Это, друзья, привезли нам посылку. Говорили, что она 700 паунтов. Это подарок для меня. Друзья, всем привет! Вы на канале Сельчанка в Америке. Еду я первый раз дорожкой нашей. Смотрите, какую новую сделали. Это была закрыта дорога, ну, может быть, недели 2-3, даже уже точно и не помню. Ой, уже закончилась. А я так обрадовалась, думала, что до самого края туда. Ой-ой-ой-ой. Решила похвалиться, да нечем. А здесь что? Вот так будут ямки. А почему она здесь скоро портится? Потому что ездят машины из тоннами, не знаю сколько там, кукурузы, пшеницы, знаете, тут фермера ездят, и она ломается. Так, уже скосили. Ой, давно я здесь ездила этой дорогой. Сено, наверное, в четвертый раз уже в этом году. Какое хорошенькое зеленое. У нас сегодня так тепло. 82. Сейчас 80 уже, а то было 82. Представляете, как летом. Очень хорошо. Кукуруза еще стоит, может и стоять целую зиму, потому что в Америке весной могут только убирать, потому что полные кладовые, а есть такие фермера, которые специально оставляют на зиму для животных, представляете? Для козочек, оленей, чтобы им было что кушать. Сегодня я ехала, то видела такую, я говорю, козочки они. Олени или как, перебегал дорогу такой красивый из
были у него такие большие роги красивые. Вот как обычная козочка вот перебегает, а то так, такой же, но роги у него были. И тут уже у нас, видите, такая дорога здесь, она гудит, потому что ее сделали такую прочную от дождя, от снега, чтобы не так было скользко. Подъезжаю я домой. Нужно мне сегодня срочно пошить фартушек. Многие узнают дом, потому что там поливалки. О, дама одна ходит здесь. Видите? Еще хромает. Ты где ж была? Ой. Как красиво лес, гляньте. Ой-ой-ой, картину можно рисовать. Красота. И ляпота. Друзья, я подъехала домой. Смотрите, сейчас покажу наших этих сторожей, как сторожат. Вандуля спит себе, Рекс тоже там. Вот это вот так. О, услышал Рекс, что кто-то приехал. А Вандулька дрыхнет себе и все. Сейчас открою дверь. О! Вандочка! Ой, как услышала. Принесла собакам пиццу, они не едят, друзья. Представляете? Рекс только понюхал, и Вандочка только понюхала, и все. Только воду пьет. Свежей, холодной налила. Вот, не знаю, или плохая, или это они такие не голодные. Да, люди, а мы едим. А где два братика нету? Тетеньки, давайте, кушайте. Ну, иди. Что-то никто. Ну, вечером открою то. Съедят. Так тепло, красиво. Вчера, друзья, собрала, а то я малину. Думаете, что прихожу в дом, думаю, закрою компот. Гляньте, сколько банок стоит. Только одна, потому что нету банок. Вот. Именно специально по их ехать я, ну, не захотела. То закрыла только одну. А остальную малину засыпала сахаром. И вот так сейчас ее передавлю. Блендером не буду взбивать. Не хочу. Уже аджику взбивала. Но многие написали спасибо, друзья. Я даже не подумала, что для аджики тоже нужны хорошие сорта помидор. А у меня были черри. Они такие, да, просто один сок. Не мясистые они. То почему она и получилась такая жидкая. Но зато вкусная. Эту малинку отправлю в морозилку. Если бы такие контейнеры. Такие контейнеры тоже где-то пропадают. Просто не знаю где. То я пробовала в прошлом году даже в эти в пакеты с зиппером такие закрываются. То нормально, но если в баночке или в контейнер какой-то, то оно как-то даже аккуратней. А как-то в пакете мне оно, не знаю, как-то некрасиво или как. Пахнет. Ох, как же пахнет. Сначала думала, просто переберу малину, а затем решила и промыть, потому что всякие жучки и все такое, то я ее и перебрала, и промыла. А затем на сито, чтобы она стекла, лишняя жидкая вода. То надеюсь, что не будет никого и ничего, ни одного жучка.
потому что очень тщательно я перебирала ее каждую. И, но все равно я банки нужно купить, потому что малина, она очень вкусная. Вот этот компотик, это просто. То пускай немножко, ну, созреет, еще пройдет несколько дней. Я куплю вот такие банки и закрою компотик. А это, видимо, кто-то сегодня сделал, не знаю, кто-то из детей или Гена. Это от мошек. Видите, чуточек на... Ну, не чуточек, а есть. Яблочный уксус, друзья. Капелька или две жидкого мыла для посуды. Вот так расколотить, и все. Я еще накрываю пищевой пленкой, делаю такие дырочки маленькие. Оно как бы дольше пахнет. И они через ту пленочку залазят. Мошечки наши. Ну, можно и так. То даже мои родители тоже отец делает. Говорит, что помогает. Лезут. Потому что сейчас именно сезон на мошки. Это очень модно, наверное. Не от фруктов, от овощей. Хотя вот помидорки стоят, то ничего. Ну, вот так. Вот сколько малинки получилось, друзья. Смеюсь я сама с себя вот с этих стаканов. Эти баночки у меня две штучечки только есть. Они очень классные. Не помню, где они продаются. Я бы купила. Отправлю в морозилку. И вот в стаканы. То я сделала, чтобы не треснуло, в два стакана. Хочу заморозить, то не знаю, чтобы не лопнула. Накрыла пленочкой. Так. А вот, друзья, и мой цех. Это очень маленькое место такое. И у меня уже пришла мысль такая, не знаю. Здесь у нас как бы, ну, многие знают, котельня, да. Тут стирки мои стоят, там дальше котлы, закрутки и мой цех. Мне здесь тесно, 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 очень тесно. Вот такой фартушек пошила я. Лисички и грибочки. И вот этот пошила. И розовый пошила. Розовый уже сложила. Нужно сейчас срочно, срочно отправить. Некоторые желают с этой маленькой эмблемкой, а некоторые хотят вот тут, чтобы было. Делаю два карманчика, я всегда такие, чтобы телефон помещался. Такие глубокие, семечек насыпать даже. Вот так. И что я надумала, друзья? Что наверху в одной из комнат перейти и сделать себе там свой уголочек швейный такой, перенести все ткани, машинки, чтобы оно стояло все на месте, гладильная доска, все красивенько сделать. Как вы думаете? Там у нас скоро будет свободных две комнаты. Самую маленькую я хочу взять для этого, а та побольше будет, когда Марика будет с садиком приезжать, то чтобы им было где там спать. Потому что, видите, здесь, там все наверху мирославно. Здесь идут уже трубы. Как бы это просто кладовка, наверное, или как. Главное, бабкины семечки стоят. Ну, надеюсь, получится у меня какой-то столик. Но вот эти не хочу туда переносить. Это деревянные. Ну, будем посмотреть, как говорится. Смотрите, сколько мне еще шить фартушки, фартушков всяких. Нету времени на это. Ой, такие же красивые. Так хочется каждого пошить. Такие более осенние. Вот это вообще осень, смотрите.
можно сказать, и лето, да? Очень много. Работы, непочатый край, как Гена всегда говорит. Чтобы у меня стояла каждая машинка, вот швейные, два оверлока у меня есть. Чтобы они все время стояли, в любую минуту я могла к ним подойти и сесть шить. А так мне здесь нужно ее переносить туда, потому что нету здесь места. Вот так. Такие планы у меня. Также и нитки, друзья. У меня нитки хранятся вот где. Потому что нету места тоже в таких всяких коробочках. И оно неудобно. Я открываю каждый раз, смотрю, какой мне нужен цвет. Это шелковые такие нитки, бобинки или как. Тоже хочу, знаете, как, чтобы было вот так на стену их. И такая как специально есть такая досточка. А может быть, Гена мне ее сделает показать. Что-то палец мне болит, уколола или что? Малиной, может быть. Чтобы вот эти нитки, допустим, вот так, так или так они будут смотреться там на целую стену, были не в коробке, а вот так. Представьте, как будет хорошо. Я буду сразу видеть, какие мне нужны цвета. Каждая будет на своем месте. А то здесь одна коробка у меня. Там еще две, видите? Вот так. Я сначала думала здесь сделать, тут. Но передумала. Вот малявки мои какие. А какие сейчас уже. Потому что не буду уже здесь делать. Может получить. Это еще свой план. Такой не гений рассказывала, не показывала. Не говорила. И чтобы эту машинку поставить. Это когда мне нужно ее клеить. Я ее тащу сюда. Включаем. А так, чтобы она всегда была на месте. Ты только подошел. Чтобы она была включена. Только кнопочку нажал и все. Ну, вот такое пришло мне на ум. Хочу попробовать. Не знаю, получится. Но это в будущем. Такие планы. Ну, надо же хотя бы и в будущем строить, да? Какие же класснючие. Это Марика приехала. Два штучки я ей пошила. Понравились. Вот этот мне очень кажется. Ну, такой будет красивый, что... И авокадо красивый. И уточки красивые. Так, сегодня я сейчас еду на работу. Пока до работы, друзья, нужно есть уже два дела. Завести яйца по заказу и на почту заскочить, отправить посылочку. Так что дело ого-го. И вот этот, мне кажется, будет, ну, классный такой. В магазин пока не еду, потому что я знаю, что там есть новые уже. Если я поеду, я приеду вот снова с такой стопкой. А я эти еще не пошила. Ну, ничего. Еду на работенку, а там приеду. А, нет, мы сегодня едем в бассейн. Кофеечку сделаю и буду ехать. Сегодня после работы хотим поехать в бассейн, аквапарк. Хотя он такой и детский, но там есть хорошая такая джакузи, друзья. А Давид не хочет ехать. Как всегда, то вода, то-то. Не хочет ехать Давид, то мы поедем. Мирослава с нами. И мы с Геной.
Нужно немножко хотя бы отдохнуть хоть часок-два. Ну, это где-то на вечер будет, когда Мирослава с работы придет. Так и поедем. Я уже пью молотый кофе, себе сюда вот насыпала. И оно само берет. И так хорошо. Ну, есть и тот кофе молотый уже, что нужно ложечкой насыпать туда. Но так для меня лучше. И этот покрепче. Я взяла такой покрепче, хотя он с молоком все. Ну, чтобы был лучше, потому что давление у меня всегда низкое, повышенное. И баночек нужно купить. Погодка у нас такая вот там. Кофеварку, друзья, купила, ой, много лет назад. Может быть, 7 в доме живем, я ее в дом и купила. 7 лет где-то ей. За $200. Бэушную. И до этой поры работает. А это на ТикТок нам уже выслали такую маленькую, не такую кофеварочку. Я ее хочу в беседку взять, чтобы в беседке она была. Но это нужно сначала электрику туда провести, сначала стены закрыть и все такое. Но все равно собираю. Или, может быть, Марике отдам, если у них нет, то Марике отдам. А на ТикТок на рекламу. Так что ждите кофеварочку, буду скоро показывать. Вот мой кофеечек. Многие говорят, это не кофе, а молоко с кофе. Ну, вкусненько, я люблю эту пенку. Все, друзья, буду ехать на работку. Вам всем хорошего денечка. Всем спасибо за просмотры. И всем пока-пока. Всем приятного кофепития.